аппетитный чевыч холодного и горячего копчения, а также палтус с его белым, как лист, мясом. Такое разнообразие цветов и ароматов ждет рязанцев на выставке продажи икра и рыба камчатская. Но это не весь ассортимент. Всего на прилавке представлено несколько десятков видов разнообразных рыб. Палтус, нерка, омуль и белорыбица. Рыбку купила, горячего и холодного копчения. Приезжают периодически, попадаю сюда, хожу. Я только копченую ем рыбу. Я люблю ее. А почему любите, за что? Не знаю, мне нравится. Вкусно, я ем. И каждый раз жду, когда они приедут, и я у них беру икру. Белорыбица, омуль, муксун, палтус, чевыча, нерка, зубатка и многое другое. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция, которая пользуется популярностью у рязанцев. Вот чего то делали самый бутерброд. На хлеб намазываешь масло, очень мелко повязываешь и застеваешь, все это великолепно все получается. Успеть приобрести к столу рыбку горячего и холодного копчения можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 2 июля включительно. Выставка продажи икра и рыба камчатская ждет вас. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».